Важно, чтобы они знали, что вы в комитете в рамках возможных контактов и установили. Это второй вопрос по выходам на бородача и на всю эту веб-компанию, которая там сидит и постоянно кукарит. Ну, бородач это может быть и средственником, постоянно какие-то дрейфы, но тем не менее установить место его жительства, конечно, нам было полезно. Особенно в части, когда какие-то предложения вам Значит, предложение, следующее. Вышел на меня человек, и вот сейчас вышел и так сказал, типа, что давай, как говорит, мне известно, что ты очень серьезно пострадал именно от режима. Не то, что там уголовное, там какое-то не уголовное, а именно от режима. Я говорю, так, а что, в чем смысл предложения или еще что-то? Он говорит, это не телефонный разговор, давай ты, если сможешь, если ты выездной, приезжай сюда, там, в Берлин, там не в Берлин, мне легче всего ехать в Берлин, потому что я, чаще всего там бывал, там и друзья, мне все. Мы встретимся, поговорим, но, типа, как-то вот, как это сказать, дословно, может быть, не скажу, но смысл такой, что у вас, у нас, типа, есть ваши. А вот кто ваши, не точно, может, это и не бородач, кто в Германии еще может быть? Вот так вот, типа, из пострадавших от режима. Пустин какой-нибудь? Ну, фильм его знает. Я просто знаю, что я лично знаю бородача, он меня лично знает. Я у него был подчиненный в 5-й бригаде, и потом по бизнесу мы пересекались, когда я между милицией и армией полгода, там месяца 8 занимался, и он приводил там, бородач тоже хватался, он тогда был безденежный, хватался за все. Вот это масло это возил из Краснодара подсолнечное сюда. Мы пересекались, а я работал на предприятие, которое занималось вот этой вот Рассосовской масло, я служба безопасности был. И там лимонад, мелочевка это все. И он привозил сюда. Вот мы пересекли, и я тогда у него еще спрашивал, говорю, нахрена вам вообще это надо, этот цирк есть. И он такой, да ты понимаешь, втравили эту оппозицию, сам не рад. Тогда вот так вот, это 98-й год был. Вот так они говорили. Потом кто-то пропал. Потом уже на службе в Алмазе я был, мы его задерживали. Они садились с какими-то типа оппозиционерами, а он у них был в службе безопасности, руководил, они садились на вертолет, хотели куда-то улетать. То есть он тогда тоже так столкнулись, он так на меня посмотрел, и я, руками говорю, делаю службу, что ты лезешь, как говорится, с оппозицией завязал, а видишь, еще дальше лезет. Тогда так, превентивно задержали, что-то там сутки промурозили, всех отпустили. И потом он исчез, и уже дальше я не знаю, что дальше с ним видит. Но так мы с ним знакомы вообще. Поэтому я не знаю, от него это вообще какая-то инициатива. Или это он там, а параллельно эти. То есть его следить узнать можно. За спрос ничего мне там не будет, даже если какая-то информация пройдет. Вы знаете, я так думал уже над этим. Можно аргументировать все, что состоялась какая-то определенная реабилитация меня, и меня взяли опять именно в разминирование. То же самое. Не надо, да? Да, думаю, не хочу это обсуждать, я подумаю над вашим предложением, но мы это задание отработаем, да? Скорее всего, что хорошие сибирьковы, малые там какие-то обстоятельства в Германии, разведки, кто там еще поддержку оказывает, как он происходит. Я же просто вот наеду, там, вот обращаться в консульстве. Понятно. Но задача такая, задача установить, что там есть, да? Что там может быть? Там может быть Бутин, да? Там может быть Бутин, там Бородай. Это все, в принципе, да.
Да, вот я что-то про Алкаевича не подумал. Вот вообще выпало из головы. Нет, с ним я не знаком. Я знаю, кто это, но я с ним не знаком. Вот про него что-то такие. Вообще, если они меня туда позовут, как я приеду как пострадавший, в любом случае, не будет же со мной беседовать непонятный один немец какой-то и все. То есть в любом случае сведут меня с теми, как кто мне сказали, что там, каким-то образом я все равно выйду на них, или они на меня выйдут. Вот посидеть в этой своей обстановке, в этой непринужденной, поговорить. Одно дело выслушивать от представителя разведки или контрразведки какие-то предложения или еще что-то. А совсем другое дело, когда с тобой разговаривает твой соотечественник, даже если я указываю, не знакомый мы, но он-то личность известна в этом смысле, я знаю, кто он. Это по-другому совершенно. Выехать мне туда достаточно будет легко через тех же, с которыми я раньше контактировал, они просто приглашение пришлют. Ну, обыкновенное приглашение. Я открыл обычную визу и поехал. То есть никаких проблем с этим вообще не будет. В общем, приглашение я могу аргументировать, что давно вот не видели все, да, вплоть до того, что в течение там ближайшего времени сказать, пускай присылают, там же действительно там полгода, то есть это вообще без проблем. И как бы нормально. Ну, то есть обосновать до такой степени, чтобы меня вывозили туда на посольской машине, я не хочу. Особенно первая поездка. Потому что это уже обязывает к тому, что уже путь назад как бы заказан. И, то есть они-то, если надо, наверное, это сделают. Ну, я сам как бы в эти мысли как пресекаю, что, знаете, мне надо... Не надо. Да, конечно. Мне вот этих игр мне не нужны. Я спокойно приеду к вам, и мы поговорим, да и все. Вот. Это что касается этого. Потом, знаете, вот с Юрой часто так разговариваем, ну, бывает именно по работе, по рабочим моментам, по организации, там, работы, обучения, еще что-то. Может быть, какое-то, ну, не то, что острое какое-то указание, но, может, добро бы вы дали на проведение, например, тех же самых моих элементарных занятий, только не в составе Альфа с инструкторами там и все, а вот для дела, которые должны вот люди. Это не стоит задача. Я поеду туда в Германию, не становишься там не сюда. Нам бы просто не десятым интересно. Какие-то проекты там мероприятия разные. Но не отправят до тебя самого, если да. Другой должен быть. Да. А вот этого другого кто подготовил? Как сделать так, чтобы... Поэтому есть удивление, что где должны обучать отдел, почему, так сказать, дивизионному мастерству. Может быть, не все, да? Ну, как Кио, пока их лучше знает, там определимся. Ну. Отдел что? Да. Это газеты будут впереди. Да. И когда-то я сидел, не рассказывали, как делать там, скатывали. Сейчас я возьму туда кадры, если я вас хотел. Я подумаю, поеду с ним один раз. Есть минута с материальным обеспечением. Но должна быть просто представление, ведь еще раз смотрю, что курс на дело достаточно важный не делает. И президент ждет, и просто смотрит. Поручение комитета заниматься этими делами. Но как вот, непонятно, они даже аккуратно уже думают, где кого утопить, где кого приехать, и понятно. Как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать естественный пожарный, все остальные вещи. Так это самое, Вадим Ильич, а давайте мы... Шереметьев, который заебал, у нас один санкционный пространство, который дали все эти деньги. Как бедные, если бы для ручки потерять, ну, остальные там могут как-то писать, но не так воздействует на сознание людей. Это самое. Вот смотрите, один интересный есть момент, но там он как, он, я не могу сказать, не поговорили с людьми еще, что вот решен вопрос. Но есть витебский интересный профессор, который занимается именно, преподает токсикологию. И очень серьезно вот, знает, и как все, как искусственные яды, как естественные. Плюс они, то есть не он, а еще там есть одна там компания, они хотели организовывать лабораторию. Им в свое время это почему-то не дали. Там и по фитотерапии, а там, где лечение, там обязательно можно же яды. Если бы
мы заручились какой-то элементарной поддержкой, ну, вернее, я бы, например, заручился, вот, что я приехал не я просто вот, а от организации, чтобы им там как бы не создавали помех, мы бы могли дать им работать по своему направлению, а под наше подбрасывать задачи какие угодно. То есть они бы сами все организовали. И деньги они там найдут, и все. То есть как бы поддержать их, чтобы не ставили палки в колеса, вот всякие вот эти вот органы, ну, сами знаете, там где чуть зарабатывание денег, там с исполкома с местного обязательно какая-нибудь прикольно, еще что-то. То есть на словах давайте, а реально. Ну, мы же поговорить вначале с ними стоит, с этими людьми? Ну, поговорить. Вот вообще, а то, может, они уже не заинтересованы. У меня, допустим, от имени комитета, да, Ну, понятно, понятно, да. Надо как-то получить, потому что нам от имени лица. Нет, мы посмотрим, не вообще пройдите. Надо было глубоко, да? Вы выходите в милицию, вы расследуете должное дело, да? И берете абсолютно, как вы там расследуете. Да. У нас есть документы прикрытия уголовной розыски. Мы расследуем какое-то дело и просим помощи. Видно, выход настолько продуман, что вы делаете? Нет, продуман, конечно, конечно. Витебской четверки, у них есть агент, там тоже фильм-кредитель такой, который там детская грудь говорит, что он может там любые химикаты, вплоть до того, что если дать ему рост вес человека, он может в любом составе там. Есть этот агент, есть. Он видит все рассказы. Следующий момент, насчет средств. Я уже просто дорвался до вас, уже озвучиваю все. Безумные, не безумные идеи. Вот посмотрите. Я не по-доброму. То есть ваша воля, как оценить это все. Значит, вот пока еще я свеж в памяти, что я сидел, и есть люди, которые вот по срокам, ну, именно еще подходят. Значит, есть масса довольно богатых людей, которым подходят вот сейчас сроки на замену режима и на это самое, на УДО. Значит, они готовы платить деньги за то, чтобы им замениться на режим. Но сейчас, ну, вы знаете, есть там негласные там эти дела, там у кого там иск, чего там тянуть, там на полгода откладывать. Так вот, смысл-то в чем? Если вот такого вот найти, который заплатит деньги эти, отпустить его на эту замену или на химию, ведь на нем иск остается. А, найдем? Ну что, тогда... Нет, вопроса нет. Я так просто как предложил, что деньги, они есть, да? Но нам надо создать претензию, образно говоря, что ты ее результат, да? Потом нам это есть не надо. Сейчас говорит, дайте мне туда, не поедем туда, сюда, но потратим хуже сумму денег, мы листок не наспили. Mm-hmm. И мы снова отходим. Мало того, что вы обещаете, так вы еще деньги наспили мне, это листок не поедем. Mm-hmm. Надо сначала пойти, сделать уже не то, а потом, я вам это говорю, что фонд по другим источникам, по другим каналам, ну, более 1,5 миллиона долларов, он лежит на спецсчете, который написали президенту, что это положить по вашему личному распоряжению, использовать его. Можно и сейчас написать президенту, да? Но я опять-таки не хочу, чтобы мы попали в эту засаду. Все ясно. Так давайте резонансное что-то такое и вот, внутри вот этого, внутри сейчас, чтобы не принесли как-то. Все ясно, но мне просто не все еще. Где курсы, что сработали там по этой трассе? Он даже не скрывает там, потому что владели там с этими номерами, но поносили культуру, не моя там стихия разбоя нет. Вот если попали. Хотя попадаться, конечно, не должны, и при каких обстоятельствах.
Хорошо. Ну тогда вот это мне все ясно, тогда мы начинаем с академом смотреть. Да, выйдем уже вдвоем посмотримся, потому что я все, я как-то пока не касался этого. Конечно, в этом отделе должны быть вы как специалист, но должны быть исполнители. Насколько вы подготовите это сделать специалиста, да? Насколько вы подготовите там другого специалиста? Это должны быть люди неизвестные. Может быть, если вы техника альфа, кого-то одного брать, ну, чтобы было с парка, чтобы понятно. Кто-то поехал в разведку, а кто-то поехал реализовывать. Понятно, понятно. Чтобы говоря, можно было посмотреть, как придумать какую-то технику, которую нашел на отдельной группе. Поэтому объяснили не будет, нет проблем. Но это вы прикрыли. Документы прикрытия, дай бог. Ну, нет, хотя бы пусть прикрытие будет. Вам не хватает людей для этого алмаза, которые работают на УСБ, на УАЗ, там еще на кого хуй понятно, да? Нет, со своим отделом. Со своим отделом. Юра, я буду ему говорить, что нужно получить, только чтобы добро дали командиру, потому что ну, нужно же будет там какой-то тротил, пластик, там, детонатор. В этом отделе должен быть специалист, автомеханик, который сделает так, чтобы для потом ни один аспект управления установит эту заблаговременную поломку автомобиля. И это говорили, у меня есть там выходы. Для того, чтобы если на движение за объектом там подъезде, он поставил двух молодых людей, которые стоят, целуются, не распивает пиво, никто их там не будет гонять, да? Могла сейчас там позвонить милиции, здесь разные, если там молодой хомяк позвонит, если где-то подъездит на разыскательство, стоит на речной площадке, зажимается. Ну, все на это спокойно сейчас реагируют. Но где ты возьмешь этих двух молодняков, которые будут стоять целоваться по-настоящему? На самом деле вести наблюдение за объектом, квартирой, там, и так дальше. Да найти не проблема. Вот сейчас Белоконин выходит, там, создать роту делом. И вы знаете, смотрит, ебаный рот. А я говорю, молодец, вот думает нестандартно, да, потому что... Понимаете, у нас мысли уже были такие, и мысли, и, может быть, и роту не создавать, просто не жалеть средств, когда нужно со стороны привлечь, не посвящая полностью. Ну, хотя, со стороны можно привлечь, там, просто купить. Да. Ну, не взять со стороны. Доверить ей работу по какому-то объекту со стороны, и доверить. Ну, не скажите, нужно же тоже найти такую проститутку, которая будет и сама заинтересована работать. Не оформлять ее официально, но чтобы она тоже чуть-чуть где-то вот знала. Агентов и наполовину опять-таки целоваться, где-то можно и системно даже целоваться. Не, ну может быть, подъезд должен, но у нас же будет комнаты, вы поставили, где вы там подъезде целоваться. Ну, это все. Если разводите, там, давай мне экстрим, у меня сексуальные знакомости, подъезде, у меня вот такое соответствие. Ну, может быть, еще. Потому что выбивать чисто женщины, у нас не такой большой шанс. Это, нет, это один вопрос и другой. Вы понимаете, не всегда они нужны. Да. Это работа, да? А что там гуляно? Зачем это? Все зависит от отдела. И когда вы имеете результаты? Будет результат, но скорее президенту не 10, а 15. Да? Это наше право. Как делать, как строить, сделать. Это же не президент. Мы можем вывезти, что там кое-что указы президента. Но мне надо вот это, вот результат. Как произносить? Вот по всем, хоть в экономике, хоть есть. Есть результат, брат, я тебе дам цифру. Нету, но хуже нет. Ясно. По отделу, в принципе, как я смотрю, те, которые есть, то есть народ откровенно говоря, то есть, ну не все, скажем так, понимают вообще. Половина не понимают, там и так далее. Ну зачем мне сделать это все понятно. Я поэтому и говорю, что приходил каждый день в 7 часов, я уже понял, что там ты командир учишься, ты сейчас учишься, тебя все хоть болеть куда-то брать.
Ну хорошо, отлично тогда. А тогда этому в Германию я попрошу, ты в течение месяца мне делал это самое приглашение. Я думаю, за месяц здесь утрясется все. Если еще будут на меня выходить, потому что тишина пока, да, вот один раз поговорили, я просто буду говорить, что у меня пока трудности, не могу сразу переехать тут к финансовой, там, то, ну скажу, но буду обязательно, ну, заинтересовало меня предложение просто все. В течение месяца тут, ну, как вы сказали, отработаем этот, куда мне там, если что, обращаться. И поеду. У меня еще мозги откроют от всего. Меня финансово затруднено. Да. Да. Ну, если будет что-то действительно спрашивать. Ну да, привлекали, вот как мы тогда говорили, пару раз на консультации, потому что мне и в Алмазе тоже там уже как бы спрашивали люди, что за тут там слухи какие-то. Я говорю, ты знаешь, слухи, наверное, потому что я по взрывам работал. А как ты работал? Ну так работал, говорю, консультировал. Показывал там, как, что, чего делать, что можно сделать было. Плюс по этим взрывам я тогда там был, поэтому тоже тут аналогию искали. Ну, они, а, ну да, а тут уж сказали, что типа ты уже в комитете. Я говорю, да нет, какой-то. Сидел же там, медицинский срок, тогда. Тоже не отстают. Ну, они так, ненавязчивые. Эти интересуются просто, вот, ну, бытовым. То есть я просто вижу, не те люди спрашивают. Те, которые... Не до того интерес, кто только ходит со стороны, обходит меня. Вы думаете, вы можете думать, вы, ну, любую, так сказать, операцию, но нужно быть настолько естественно, что потом не готовить, знаете, сколько не должен быть. Просто хочет его записать, как вы стоите, как вы стоите. То есть потом он будет, зайдет с вами, приписывает вам. Нет, конечно. Писали, типа неизвестно, налетели там пиздоруны, ну, пусть не поспешно. Вам еще всегда оставаться неизвестным. Ну, это ясно. А так, готовься, пожалуйста. Ну, может быть, чтобы не подрывать авторитет, как начальника дела, ну, приезжай с ним. Я пока не знаю, я не вижу его смекалки, мысленно, что надо делать над делами. Знаете, я вот не знаю. Владимир, чисто по рассказам Юры, там большинство людей, они не то что не понимают, они, ну, они, может, даже где-то и против даже чего-то вот этого. Вот такого. Я, например, знаю, там того же голубя, который пойдет, будет голубь. Я сейчас пока с голубом и работаю, потому что голубь, в принципе, морально готов. Человек, который, когда сказал, что на заведенный срок он будет идти на это дело, он уже с смекалкой. Ну, так, когда он как-то сложно, я не знаю, когда так. Ну, сложно пошло. Я же тоже, я просто не знаю, потому что не то, что на 100%. Кого советую, тоже появился, да, оказывается, не все до конца там так добрый. Он раньше участвовал в этих мероприятиях. Ну, рвется, изучается. Ну, я так, ну, пока с ним разговаривал, как, то есть, ну, так, он все готов, начинает, то есть, в принципе, идеи, то есть, нормально подсказывает. Ну, так, мы пока разговариваем, как бы, не о чем, как не раскрываем. Я больше у него как-то вот такой на прием работаю. Что там говорится? Вы должны понимать, да? Мы должны пойти ответить. Нам будет легче во всех остальных вопросах. И обеспечение, и поощрение, и так дальше. Понятно, что это не поощрение в рамках только правого высота. У меня будет всегда возможность как поощрение по самому, все по понятию, да, спецмероприятия. Что ты завтра начинаешь? Ну, завтра, мы завтра выезжаем. По поводу транспорта. Я говорил уже командир. То есть, все-таки водители считают, что это, ну, лишние глаза. Лишние глаза. То есть, опять же, взяли, оформили приказом, как сделать, как срочно у нас было. Чтобы я мог взять машину и все. Ты мне, блядь, не рассказывай, это все. 19 лет приходишь и пишешь, да? Не надо уже приказом отдать. Вот это. А как ты будешь ходить еще раз нам предлагать, это будет такое, но не надо.